Когда-то Александр Дюма написал свое прославленное произведение «Три мушкетера», а затем, ввиду большого успеха, 20 лет спустя. Если бы он знал, что когда-то в нашей стране будут снимать «Ирония судьбы» или «С легким паром» 20 лет спустя, он бы, наверное, не стал этого делать. Но, дорогие друзья, мы решили тоже быть в тренде и сделать несколько сюжетов на тему «20 лет спустя». А это ты знаешь такую шутку? Письмо, значит, на Мосфильм. Дорогие друзья, когда вы делаете ремейки на наши любимые фильмы, мы придем в кинотеатр, заплатим деньги, но покажите нам старые фильмы. Дамы и господа, «Буратино и Мальвина», 30 лет. Спустя. Сегодня на межбанковской валютной бирже резко взлетел курс юаня. Акции металлургических предприятий ответили падением на фоне укрепляющихся цен на природный газ и продолжающейся ралли 20-летних казначейских облигаций. Цены на золото достигли своего исторического максимума. Ты смотри, а? Золото уже 300 баксов унция. Ты слышала? Золото подорожало. Это ж насколько теперь мой ключик потянет. Это ты про тот ключик, который в ломбард снес? Бизнесмен хренов. Да я выкуплю, зуб даю. Зуб свой деревянный можешь не выкупать. А вот ключик действительно жалко. Ты вообще, что ты весь день дом сидишь? Своим радивом. Сходил бы, что ли, куда? Вон, пьеро проведать. Так месяц назад же был. Оградку поправил, памятник покрасил. Чё чистить-то? Ну, я не знаю. Всё-таки я вину чувствую. У нас же на даче это случилось. А нечего было ему возле работающей пилорамы рукавами махать. Он сам виноват. Всё орал, не затянет, не затянет. А я ему, спорим на косарь, что затянет. Вот. Косарь бы нам с тобой точно сейчас не помешал. Слушай, а вот скажи, чё ты Артемона прогнал? Да чё-то запасался я. Чего? Ну, не живут пудели по 40 лет. И не разговаривают. Там явно какая-то радиация была. Радиация не радиация, а, между прочим, щенки по 10 тысяч улетали. Во-во. И то, что щенки летали, меня тоже здорово настораживало. Настораживало его. А жить-то мы на что будем? А главное, где? Говорила тебе, перепиши папину коморку на себя, пока Карло в здравии. Теперь ходи доказывай родство полена с человеком. Ой, за что меня Толстой сиротой выписал? Я даже к маме уехать не могу. Ну, перестань. Перестань, моя дорогая. Все у нас будет с тобой хорошо. Хорошо. Это ты все в свое поле чудес веришь. Да, верю. Было оно у меня один раз, и еще будет. Я тебе это поле чудес никогда не забуду. Говорили тебе, бери деньги, а ты приз, приз. Нафига мне этот тостер, тебе миллион предлагали. Нет, надо было за карабаса замуж выходить. Игрушки, плетка. Прям 50 оттенков серого. Да нормально живем, Маля, нормально, как все. Нормально, Буря, как все. Да ты вокруг-то посмотри.
Вон, тортилла, буратины свои торгует. Фасует по 30 грамм, продает по 30 баксов. Затягивайся буратиной 3 раза в день, жить будешь 300 лет. Видел рекламу по телевизору? Да хватит тебе уже, ну чё ты в самом деле-то? Толку от тебя ноль. Был бы ты хоть из березы. По весне бы из тебя сок добывали. А так дуб дубом. Да я пихта. Да я не про сорт. А кто мне говорил, ой, хорошо, что у меня муж хвойный. Освежитель в туалет покупать не надо. Слышь, шутник, а ты вообще вспомни, когда у нас с тобой последний раз хоть что-нибудь было. А я тебе сколько раз говорил, давай съедем из Питера. Влажно мне тут. Размокаю я. Мягчею. Ладно. Задирай рубаху. Олифить буду. Только в 2 слоя. Да я знаю. Алло. А что говоришь? А аккумулятор сел? Да, конечно, конечно. Подъеду, прикурю. Кто звонил? А, это наша футбольная сборная. Да. У них автобус застрял. Надо толкнуть. Знаешь что? Мы деревянные. Должны держаться вместе. Вот пойду, толкну и приду. Ага. Знаю я твою толкну, приду. Потом отметим, баня, девки. Ну какие девки? А кто из Таиланда с термитами приехал? Ну было ты всего один раз, ну чё ты? Да за что ж мне это все, а, буря? Да ты вокруг-то посмотри, глаза-то разуй свои. Дуримар вон, 70% мирового рынка пиявок контролирует. Лиса Алиса с котом Базилио контактный зоопарк открыли. Сверчок уже сам на скрипке не играет. Нанял цикад из Узбекистана. Они ему по переходам пиликую долю приносят. А у него мозг, между прочим, 1.5 грамма. Сколько я тебя раз просила? Прибей полку, прибей полку! А я тебе сколько раз говорил, не могу я гвоздь в дерево вбивать. Вдруг это тетка моя. И вообще, знаешь что, надоело. Вот честное слово, напишу записку, что ты во всем виновата. И засверлюсь. Чего ты меня пилишь-то постоянно, а? Чего? На рынке сырья на 50% выросли цены на пихту. Это я тебя еще не пилю. Смотри, ручка, не надо!